35 адресов. Именно столько придомовых территорий планируется благоустроить в текущем году в республиканской столице. По 15 из них работы были начаты уже в этом месяце. Где-то производится лишь первый этап – спил сухостоя во дворах. Далее работы пойдут по плану представленных дизайн-проектов, в составлении которых участвовали сами жители многоквартирных домов. Жители города Черкесска обращались в мэрию города с тем, чтобы благоустроить им придомовые территории. И комиссия выезжала, обследовала придомовые территории и принимала решения совместно с жителями города, учитывая их пожелания, выбирала путем отбора придомовые территории, которые нужно благоустроить. В течение этого месяца уже была начата работа по благоустройству придомовых территорий. Сейчас производится спил и обрезка деревьев, потом будут проводиться работы по асфальтированию, установке спортивных комплексов, игровых площадок и детских городков. Но если по части адресов работы лишь начались, то по другим благоустройство идет полным ходом. Так, на Грибоедова 25 уже установлены бордюры и скамейки. Подготовлено гравийное основание под асфальт, начата укладка тротуарной плитки. И все это за очень короткий срок, менее месяца. Раньше двор очень был ужасным. Там и лужи были со школы. Вот мы выходили, мы не могли пройти. А сейчас мы даже довольны. Мы не ожидали, что так все будет красиво, все хорошо. И лавочки где-то вот сидеть, можно где-то присесть, и детям. Надеемся, что еще качели нам поставят, то чтобы дети где-то играли. А так очень красиво, очень хорошо. Мы довольны. Весь подъезд доволен. Работы во всех дворах планируется завершить уже к Новому году. Всего же в Карачаево-Черкесии в рамках программы по формированию комфортной городской среды до 2022 года будет благоустроено 150 общественных пространств и более 1000 дворовых территорий. Мадина Лайпанова, Заур Лиев, Архыз 24.